Ты меня удивляешь. Что? Кто ты такой? Чем это знание поможет тебе, Осы? Теперь ты часть нашего города, нашего мира. Смирись с этим. Как ты пробрался ко мне в голову? Мы контролировали твои средства взаимодействия с внешним миром с самого момента побега из инкубатора. Когда ты аномально отключился от общей сети. Ты удивил нас, Осы. Ты единственный из всех существ, кто ухитрился сохранить свою личность. Благодаря этому у тебя остались коммуникативные навыки, что позволило нам, в свою очередь, получать неискаженные сведения. Ты самый совершенный инфильтратор из всех, что нам удалось создать. Благодаря тебе мы выяснили расположение вашей базы. Это потрясающий успех нашей программы по выведению новых существ. Выведению? Я бежал из вашего проклятого питомника! Неважно. Программа была запущена. Сначала я хотел отключить тебя, но потом решил проследить за твоим поведением. Ты впечатляюще проявил себя, уничтожив смотрителя своего инкубатора. Каждую планету, каждый населяющий вид мы использовали для выведения высшего существа. Эта титаническая работа ведется в течение многих тысячелетий. И некоторые экземпляры получались поистине великолепными, но несовершенными. Индивидуальность. Вот чего не хватало всем остальным. Они становились отличными инструментами для Роя, работниками и воинами, но не его сторонниками. И, наконец-то, долгожданный успех. Когда я оторву твою уродливую голову, это будет твоим самым очевидным успехом! Ты не дозрел. Ошибка не повторится. Мы используем твой генный материал в производстве подобных существ. Экзарх будет доволен, что именно я провел успешную программу. Сначала попробуй возьми!